Всех приветствую на нашем канале. Сегодня у нас на обзоре Hyundai Solaris 2017 год, двигатель 1.6 на автомате с пробегом 83 тысячи километров. Автомобиль на полном уверенном ходу на автомате. Повторюсь еще раз, видим, передний бампер у нас весь целенький, передняя оптика также целенькая. Посмотрим толщину ЛКП нашим прибором по переднему капоту. 74, 118, 96, 90. Лобовое стекло у нас оригинал, визуально целенькое. Крыло переднее левое. Видим, снизу чуть-чуть краска у нас облазит. 80, 103, 117, 104. Корпус левого зеркала целый, зеркальный элемент также целенький. Водительская дверца ровная, красивая. 99, 111, 130, 104. Все ручки дверей работают у нас полностью исправно. Салон также у нас приятненький, соответствует своему пробегу. Обшивочки все в хорошем состоянии. Состояние водительского сиденья у нас просто прекрасное. Сиденье, я думаю, с нее в первую очередь идут. Сразу откроем капот, багажник. Задняя левая дверца. Здесь у нас сверху грязь. Это не царапины. 118, 93, 99, 114. 4 электрических стеклоподъемника. Работает исправно. Задний ряд сидений, как выглядит. Заднее левое крыло. 103, 106, 95, 109, 113, 112, 106. С левой стороны оптика целая. Задний бампер у нас целенький. И с правой стороны оптика также целая по крышке багажника. Она у нас вся ровненькая. 120, 104, 120, 150, 180, 120, 119. По внутренней стороне коррозии не видно. Обшивочки в хорошем тоже у нас состоянии. Заглянем на заднюю панель. Здесь у нас тоже красота. Все чисто, красиво. Видно, что за автомобилем следили. На заднем правом крыле вмятинка с таким скольчиком имеется. В остальном крыло у нас все целенькое. 118, 80, 120, 120, 114. Задняя правая дверца. 111. 97. Дверца закрылась. Попробуем открыть. Передняя правая дверь. По толщине ЛКП здесь тоже все прекрасно. Корпус целый. Зеркальный элемент у нас целенький. Скорее всего, дверца закрылась. Когда автомобиль убирали, да, дверца у нас работает полностью исправно. Обшивочка тоже хорошо у нас здесь сохранилась. Переднее правое крыло. 400, 900, бьется до 1000, производился на крыле у нас ремонт. А я вам хочу напомнить, друзья, о том, что мы выкупаем любые автомобили. Ссылка на выкуп будет находиться в описании. Посмотрим, что под капотом. Под капотом 1.6, все чисто, красиво. Крепление левой фары целое, с правой стороны крепление целое. Стаканы у нас не ржавые, по двигателю тоже нареканий нет, работает ровно. Все опрятно у нас здесь и красиво. Посмотрим, что по салону. Мультимедию сразу проверим. Работает полностью исправно. Сигнал звуковой работает. На панели приборов все отображается. Габариты ближний, дальний. Стеклоподъемники передний левый, передний правый, задний правый, задний левый. Центральный замок срабатывает. Регулировка левого зеркала. Регулировка правого зеркала. Работает исправно. Мультируль прибавляет, убавляет. Имеется возможность у нас подключения телефона к мультимедии. Все пиксели, все у нас работает. Различные настройки, радио. Все у нас переключается. В меню тоже у нас все листается. Сама кнопочка работает исправно. Аварийная сигнализация работает. Моторчик отопителя на максимум. С моторчика у нас никакого постороннего звука, даже вибрации нет. Имеется обогрев рулевого колеса, обогрев передних сидений. Все у нас это работает в штатном режиме и работает все исправно.
На информационном дисплее тоже у нас имеется различная информация. Переключатель у нас также работает отлично. Никаких вопросов нет. Стояночный тормоз держит, не затерт. Ручка выбора передач тоже прекрасно сохранилась, как и колесо. Обогрев включили, рулевое колесо уже у нас начало греться. Бардачок открывается, зеркальный элемент целый. С водительской стороны также зеркальный элемент у нас полностью целый. Стеклоочистители включаем на максимум, насос. Все работает прекрасно. Все, что должно работать в автомобиле, здесь у нас все полностью работает. Сейчас поедем прокатимся, проверим коробку, двигатель и послушаем подвеску. При выборе передачи у нас никакого толчка нет. Включаем драйв. Подвеска собранная, коробка переключает прекрасно. Стабилизация работает. Коробка листает. АБС также работает исправно. Рулевое, механизм рулевой у нас работает четко. Никаких люфтов, стуков нет. Отклик на руль моментальный. Автомобиль, руль отпускаешь, едет прямо. Никуда, ни в какую сторону его не ведет. Все соответствует своему пробегу. Привода не хрустят. Включаем заднюю передачу. Задняя передача. Выворачиваем руль. На задней передаче у нас тоже привода не хрустят. Тяга у нас очень хорошая. Двигатель тянет прекрасно. Сделаем полную остановку и с места попробуем ускориться. И потом прокатимся еще в механическом режиме. Делаем полную остановку. Стабилизация работает. Переключила, еще раз переключила, еще раз. Коробка листает у нас изумительно. На щебеночки посмотрим, как подвеска себя ведет, как отрабатывает. На щебеночке тоже все тихо, без каких-либо стуков, бряков, все у нас отлично. И проверим сейчас в механическом режиме коробку. Коробка у нас уже нагрелась в таком интенсивном режиме езды. Переключаем в механический режим. Видим на информационном дисплее первая передача, вторая, третья. Четвертая. Пятая на понижение, четвертая, вторая, первая. Все передачи у нас листаются прекрасно. Сейчас увидите кадры замера компрессии. Мер компрессии Hyundai Solaris 2017 год, двигатель 1.6, первый цилиндр. Второй цилиндр. Третий цилиндр. Четвертый цилиндр.